Здравствуйте, дорогие зрители канала Суммермания, я Олеся. И сегодня будет видео на медицинскую тему, как обычно в ролевом исполнении. Я буду в роли доктора мануального терапевта, или как его еще называют, остеопат, если я, конечно, не ошибаюсь. На самом деле, ко мне приходило несколько писем с просьбой создать видео какое-то с массажем спины. И вот я решила сделать его в таком виде. Желаю вам расслабить вашу спинку. Я знаю, что существует бесконтактный какой-то массаж. Вот я желаю получить вам от этого видео такой эффект. Ну что, приятного просмотра. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли вовремя. Меня зовут Олеся, я мануальный терапевт. Вы ко мне по рекомендации пришли, да? Я поняла. Так. Ну что, рассказывайте тогда, что с вами случилось? Запомнили, да, Никиту? Хорошо. А в какой части спины он вас беспокоит более? Нижняя, верхняя? Верхняя, да, часть? То есть шейно-воротниковая область. Даже больше шеи. Так. Ну что, давайте я тогда ощупаю позвоночник, да? Посмотрим. Постоянно дела. Так. Расслабьтесь, пожалуйста. Небольшое отступление. Да, тема. Так. Что у нас здесь? Что-то вас немного влево. Влево наклонила. Дайте мне чуть-чуть. Могу я вас попросить сесть ровненько? Да? Ага, так. А могу я вас попросить вот так вот ручки в стороны раскинуть? И вот так вот помахать немного. Да, как птичка. Сейчас сзади.
будет мне вас немного вправить. Так, что-то не так. Так, клонит. Ну, это ничего страшного. Не волнуйтесь. На самом деле, вот если вы так присмотритесь, да, на людей вокруг, то заметите, что у многих вот такой вот, кого-то вправо клонит, кого-то влево. Ну, просто в результате перенапряжения происходит такой как бы блок, да? И вот он мешает выпрямиться на полную. Ну что, надо правильно сидеть, стараться. И вообще существуют упражнения, при помощи которых вы можете себя вправлять самостоятельно. Да. Что страшно? Что мы не каждого слова боимся? Надо бы нам, наверное, к невропатологу сходить. Ну, да ладно. Скажите, пожалуйста, ну, в связи с чем возникает вот эта боль, да, в спине? Расскажите. Ну, в результате того, что долго сидите, да, в одном положении, то есть хочется так как-то размяться, головушкой покрутить, повертеть, да, плечиками, да, так расправить. А бывает такое, что вот вы так головку наклоняете, и такое ощущение, что как песочек такой посыпался. Вроде бы. Бывает, да? Так, часто испытываете тяжесть. В последнее время начали испытывать боль. Так, все понятно. Ну, вы знаете, я вот так осмотрела, да, вашу спинку, и в принципе, с уверенностью могу сказать, что это обычное проявление остеохондроза. Да. Ну, конечно, нужно сделать еще рентген, чтобы удостовериться, что все в порядке, да, никаких тут нет осложнений. Не боимся, все решаемо. Угу. На самом деле, вот очень много людей испытывают болевые ощущения, да, такие ощущения. И это касается тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Ну, вот вы, например, наверное, работаете, да, там что-то много с компьютером, сидите, там что-то читаете в одном положении. И вот в результате зарабатываете себе такие неприятности. Да. Ну, здесь какое может быть вам облегчение? Облегчение вам такое может быть, что я вам сделаю просто массаж. Да, немножко вас вправлю, да, в плечики. И в дальнейшем просто будет хорошо, если вы сделаете своей привычкой ежедневную зарядку. Да. Все просто. Ну что, давайте приступим к массажу, так, наверное. Будем терять времени. Я встану позади вас, надеюсь, не напугаю вас таким образом, не будете испытывать дискомфорта никакого. Так. Проработаем мышцы.
поглаживание. Следующее движение будет пиление плечиков. Делаем вот ребрами ладошку. Сейчас разотрем по позвонку, по позвоночнику. Чуть-чуть как бы сейчас положите мне лоб на руку. Я сейчас гладь. Так. Хорошо. Теперь, грубо говоря, я попрошу вас доверить мне свою голову. Так. Скажем так, я
Немножечко поверчу вашей головушкой. Больно не будет ни в коем случае. Наоборот, вы получите облегчение. Уйдет напряжение. Хорошо? Расслабьте, пожалуйста, мышцы. И сейчас мы будем делать медленные наклоны вперед. На вдох и выдох. Хорошо? Приготовились? Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Замечательно. Так, теперь мы будем делать наклоны влево и вправо. Хорошо? Так, поехали. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Теперь нужно будет посмотреть глазками влево и вправо. Хорошо? Так. Посмотрите. Влево. Щелкает, да? Щелкает. Так. Не было головокружения? Не сильно. Все. Замечательно. Давайте я вас тогда даже опрокину. Сделаем круговые движения. Да? Два в одну сторону, два в другую. Да? Давайте. Если у вас какие-то замечания к вращению вашей головы? Ничего неприятного не было, да? Все в порядке, да? Расслабились? Замечательно. Значит, смотрите, теперь я вас попрошу положить ручки крест-накрест. А сейчас я буду двигаться с вашим телом. Да? Сейчас я вас так... Позвоночник там найду. Позвоночник. Попрошу вас. Без...
возьму вашу руку. Вы ее расслабьте. И мы ее так пораскачиваем немного. Хорошо? Так, и теперь я вас скручу вправо. Сопротивляйтесь мне. Замечательно. Так. Что у нас там получилось? Почти ровненько все. Выпрямились. Теперь вы ровный, красивый человек. Здоровый и красивый. Я очень довольна. Очень довольна результатом. Да, мы прям выправились, да, расслабились. Так, теперь мы делаем зарядку. Да? Если хотите, можем сделать курс массажей, да, чтобы закрепить результат. Но это по желанию. Да, хорошо, давайте запишемся, когда вы хотели бы прийти. Хорошо. На этом все тогда, да? Чтобы вас снова. До встречи.